славятся как маги, так что Царгу предстоит многое доказать. Это всегда так воодушевляет. Видеть, как молодое поколение рвется к знаниям. До встречи. Если тебе нужна помощь с практикой призыва, дай мне знать. И если не затруднит, пожалуйста, упражняйся только в стенах коллегии. Не стоит пугать местных видом атронахов, разгуливающих по улицам. Ну а призывать нежить за пределами коллегии так вообще никому не рекомендую. Угу. Ярл назначил меня твоим хускарлом. Для меня честь служить тебе. Прощай. Да хранят тебя боги в битвах, друг. Ты плохо себя чувствуешь? Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант.
Знаешь, раз у тебя есть способности, советую посетить коллегию магов в Винтерхолде. Ты в драконьем приди... Погляди. Помни, твой разум — твое самое сильное... Хорошо, что в Скайриме еще осталось. Хорошо. Когда войдем, держись рядом со мной. Там должно быть безопасно, но осторожность не помешает. Не могу поверить, что на эти раскопки получено разрешение. Что нам тут место? Так, у кого-то есть вопрос? Да. Может, ты попробуешь чем-то помочь Арнлу Гейну? Он один из ученых. Каталогизирует наши находки. Я думаю, он будет рад, если ты найдешь еще какие-то магические артефакты в этих руинах. Подойдут любые зачарованные предметы. Полезность заклятия значения не имеет. Если что-то найдешь, всем ученикам следует это осмотреть. Ну-ка посмотрим, чем займутся остальные. Бриллина, дорогая, проверь, пожалуйста, наличие охранных чар. Что-нибудь, что нужно. Thank you.
Вряд ли мы... Что? Значит, ты из новых учеников, да? Ладно, ладно, просто... Просто не мешай мне работать, хорошо? Я смотрел только часть этой секции. Ты можешь поискать в северных комнатах. Только будь осторожнее, ладно? Мы не хотим ничего повредить. Ладно. Что это еще за грохот? Все в порядке? Как же это могло случиться? Правда? Возможно, амулет имеет какую-то важность. Ты можешь его использовать? Ты видишь? Стена... Это как-то связано с амулетом. Интересно, какой эффект будет у твоих заклятий? О, как необычно и очень интересно. Зачем тут печать? Что это за место? Подожди, Бак, и послушай. Знаешь, что ты запустил цепь событий, которую нельзя остановить. Приговор не вынесен, поскольку ты не мог об этом знать. Приговор будет вынесен за твои будущие дела и за то, как ты справишься с опасностями, что тебя ждут. Это предупреждение ты слышишь потому, что в тебя верит Орден Синьо. Ты, Мак, и только ты можешь предотвратить катастрофу. Будь крайне осторожен и знай, что Орден наблюдает за тобой. Я клянусь. В тот момент я почувствовал что-то очень странное. Что это было? Боюсь, я ничего не видел. Можешь описать, что произошло? Орден Псиджиков? Это точно? Очень странно. И опасность впереди? Ничего не понимаю. Псиджики никак не связаны с этими руинами. Их уже давно никто не видел. Наверное, нужно заглянуть в эти гробы. Вот теперь, пожалуйста, осторожнее. Кто знает, что мы там найдем? Почему бы и нет? Я поделюсь с тобой знаниями. До встречи. Просто поразительно. Ничего подобного. Нордский круг.
посмотри на эти гробы. Тут нужен более внимательный осмотр. В жизни не видел ничего подобного в нордских руинах. Ты только посмотри на эти гробы. Тут нужен более внимательный осмотр. Я останусь и все. Вот тут изучу. А вот тебе пойти дальше. Попробуй найти что-то связанное с твоим видением. И будь осторожен. Hey.